А у наших собачек опять новая игрушка. Веселье продолжается. Они очень любят новые игрушки. Иногда приходится игрушки убирать и доставать их. И снова, ну, когда они про них забыли, они для них тоже как новые. Но если вот видите, как прям вот они не могут разделить. Папа с дочкой. Феодосия и Елисей. Елисей сказал, это моя игрушка. Вот такой ты мальчик, скажи, это моя игрушка, никому ее не дам. Учесть, что у нас игрушек у собак тут вот целый огромный ящик, и еще я убрала часть, маленькие только пооставляла, потому что они им уже играть не хотят. Но еще вот им понравилась погрызушка детская. А у Анфисы, посмотрите, что у Анфисы. Нам подарили новую в упаковке детскую сосочку. Так как маленьких детей у нас нет, то собачки с удовольствием играют в нее. Только надо насмотреть, чтобы не... Вот так ты неправильно взяла, девочка. Анфиса. Дай посмотрю. Дай посмотрю. Жасмин хочет. Тихо, тихо. Только не драться. Только не драться. А ручит здесь Филечка под пледом лежит. Мой хороший мальчик. Вот так. Все, все, заценила. Заценила. Анфисе нравится.